мировосприятие, его как бы вообще вот вся эта ситуация, она ему как бы помогла быть тем, кем он был, то есть быть продюсером на каком-то большом сериале. И его уверенность в себе и так далее, завышенная самооценка, там, может быть, она помогла ему еще увлечь за собой вот этих людей, которые бесплатно согласились в этом участвовать. При этом он же снимал, по-моему, даже «Россия 88» он снимал там на что-то приличное, хотя этого не видно. Никоим образом этого не видно, но он даже на что-то снял. Они реально потратили много денег.